В Виновской роще прошли соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников Главного управления МЧС по Ульяновской области. В эстафетах по 3-4 километра участвовало больше 70 человек. Это и действующие сотрудники пожарных частей и спасательных отрядов, и ветераны. Нам, сотрудникам пожарной охраны, присущи энергия, активность, спортивное долголетие. Сегодня мы выявляли лучших спортсменов. Сейчас пока еще эстафета проходит. Но все равно я всех поздравляю с этим мероприятием. Все, кто принял участие, молодцы. Среди нас были ветераны пожарной охраны. Сальников Андрей Иванович, который много лет отдал пожарной охране. В парк приехали с семьями. Пока мужчины соревновались в скорости и сноровке, жены и дети поддерживали кричалками и добрыми словами. Здесь же оказался и сказочный колобок пожарный. Ростовая кукла знакомила детей с правилами поведения в экстремальных ситуациях. Данные соревнования являются традиционными, ежегодно проводятся. В этом году проведены на лыжной базе в парке Виновская роща. Приняли участие 14 команд подразделений Федеральной противопожарной службы. Также приняла команда службы аэропорта Ульяновск-Восточный. По итогам эстафеты первое место заняли спортсмены спецуправления номер 87. Серебро взяли ветераны пожарно-спасательной службы аэропорта Ульяновск-Восточный. Анна Тищенко, Улправда ТВ.